Ранее Касым Жомарт Токаев поздравил президента Кыргызстана Садыра Жапарова с 20-летием договора о союзнических отношениях между двумя странами. Глава государства подчеркнул, что документ, подписанный в 2003 году, ознаменовал начало нового этапа в развитии казахско-кыргызских отношений и заложил прочную основу для эффективного продвижения межгосударственных связей двух стран. Касым Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что совместными усилиями будет реализован огромный потенциал двустороннего взаимодействия на благо народов Казахстана и Кыргызстана.